музыка Мерзие Халитовой – это признание в любви к своему народу. Как современный автор, она использует в творчестве все приемы выразительности, но крымско-татарская народная музыка слышна во всех ее произведениях. Она заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии Автономной Республики Крым, Международной премии имени Бекира Чубанзаде, музыкальной премии имени Лысенко, премии Украины имени Лятошинского. Не пропустите встречу с известным крымско-татарским композитором, которая состоится 29 апреля в 11:00 в этно-ресторане «Alem».